Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкноту достоинством 5000 динаров Народного банка Югославии образца 1994 года. А югославский динар – это денежная единица бывшего европейского государства Югославии, которая существовала с 1918 по 2006 годы и состояла из республик Сербии, Словении, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии и Черногории. Правда, в 1991 году 4 из 6 республик – Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Македония – провозгласили независимость и начали выпускать собственные деньги, в результате чего у динара убрали 6 нулей. Однако гиперинфляция продолжала расти, и 1 октября 1993 года у валюты убрали еще 6 нулей. Повышение курса не помогло остановить гиперинфляцию, и спустя 3 месяца, 1 января 1994 года, состоялось новое повышение из расчета миллиард к одному. Вот банкноты перед нами банкнота, результат этой деноминации. Тем не менее, гиперинфляция достигла своего пика, и по прошествии месяца в обращение ввели новую валютную единицу, новый динар. Или супердинар, который стоил, опять же, миллиард старых динаров. Ну, мы видим на аверсе банкноты портрет писателя Досифея Обрадовича, годы жизни 1742-1811. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной, с реверсной стороны. Вот так вот выглядит банкнота с реверсной стороны. Мы видим, что на реверсе изображен монастырь Хопова. А также мы видим в левом нижнем углу год 1994. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание. Какие у банкноты есть водяные знаки. Вот так вот выглядит банкнота на просвечивание. Мы видим водяной знак в виде геометрического рисунка, образующего ромбы по всей площади банкноты. Вот такая у нас сегодня была в обзоре банкнота. Напомню, это банкнота достоинством 5000 динаров Народного банка Югославии образца 1994 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!